Мы продолжаем наводить порядок в системе здравоохранения города. Наведение порядка связано с таким проведением масштабных ремонтных работ, которые не проводились более 30 лет в наших лечебных учреждениях. И что самое обидное, что эти ремонты не проводились в детских лечебных учреждениях. Мы были в больнице имени академика Резника, и в больнице Резника, и в 5-й поликлинике проводится утепление фасадов, что, в принципе, позволит нам сэкономить траты на тепло. Проводится целый ряд работ, которые позволят нам с уверенностью сказать, что мы обеспечим хорошие качественные условия, если это будет необходимо для нахождения детей в лечебных учреждениях. Предоставление медицинской услуги качественной, быстрой и, я уверен, что эффективной.